Спасибо. Это еще не все. Может, все? Нет. Спасибо большое за внимание. Для вас сегодня был квартет Антона Горбунова в составе Антон Сагарнаев, Владимир Головой, Петр Рыбчев. Ну, обычно концерты заканчивают какой-то такой вот оптимистической ноте. В таком мажоре. В принципе, эта песня тоже была, в общем-то, не в миноре. В любом случае, она была не быстрого темпа. Но мы не заканчиваем наш концерт и сыграем еще одну пьесу, которая называется «Па-па-па». Что такое «па-па-па»? Это, в общем-то, вот такие вот три, это даже не слова, нехитрые такие, нехитрое такое произношение, где вы нам поможете, мелодии поможете вместе с нами. Давайте попробуем. Мы начнем, а вы продолжите. Thank you.
Говорили, в Одессе закончил свою работу, но еще не успел. Да, такой смысл. Мы для вас сегодня играли с большим удовольствием, от чистого сердца, с большой любовью. Спасибо большое, что вы пришли. Это большой вклад вообще в развитие искусства и культуры нашей дорогой Родины. Спасибо.